Что еще помню? Спросите вы. В ней силы больше, чем в бойце любой отрасли. Она, когда смотрит, то словно в мои мозги проникает и делает с ними все, что ей придет в голову. А еще, когда от меня отвернулся весь этот мир, все считали меня подлецом, мудаком и проклятым. Только она была рядом. Постоянно одно твердив: не слушай, ты не такой. Они смотрят за грязными стеклами. Они ничего не смыслят в обиде, злости и настоящей душе. Я потерял все, что в ней было. Совсем потерял. Когда понял, что превратил в очередное клише всего одну фразу важную. Я люблю тебя. Если бы я знал, что это мое состояние всего лишь усталость и очередное выгорание, я обязательно бы ее оставил у себя. Но это мое раскаяние, потому что я ее потерял навсегда. Навсегда.